Так, сегодня у нас в работе необычная втулка. Это втулка у нас динамо втулка передняя. Маркировку сейчас я попробую показать поближе. Так вот она выглядит. Это вот то, что у нас внутри. Я не знаю, как ротор называется или статор. Всякие шарики. Вот. А вот так вот она выглядит внутри. Все чистенько, аккуратненько. Сейчас просто на подшипниках смазочку поменяем и соберем обратно. Перебрали подшипники, всю грязь удалили. Нормально законтрили. Теперь, по крайней мере, это колесо крутится достаточно хорошо. То есть все, кто его посмотрел, сказали, что крутится вот это вот нормально. То есть достаточно легко.